Соломатин Александр Александрович. В данном направлении я недавно, но прошел обучение в Сколково по направлению робопромдизайн. Промышленный дизайн – это дизайн тех предметов, которые нас окружают в повседневной жизни. Если взять какие-то элементарные предметы, любой дизайн придумал человек. Также это очень плотно связано с робототехникой. Роботы имеют свое индивидуальное назначение, и каждый робот выполняет свою определенную функцию. Нам довелось первыми в области, города Ясногорску, да, представить мобильный кванториум, технопарк для детей. We'll be right back.